Жилищное строительство на территории Ивановской области, его темпы и перспективы обсудили на заседании правительства. Наиболее активно застройщик работает в Иванове, Кохме, Кенишме, Ивановском и Приволжском районах. Но самым привлекательным местом для возведения жилья, безусловно, остается областной центр. В 2014 году Ивановская мэрия проведет аукционы для продажи права на заключение договоров аренды по участкам в переулке Педагогическом, переулке 3-м Авдотинском, Белинского, Пакинском проезде, 11-й Сосневской, микрорайоне ТЭЦ-3. Кроме того, плотно застроенная Иваново намерена расширить свои границы путем присоединения некоторых земель Ивановского района. Речь идет не об объединении двух муниципальных образований, речь идет о присоединении той территории, которая практически прилегает к городскому округу Иваново. Например, это в районе Авдотина, и действительно там есть собственники земельных участков, которые готовы при положительном решении правительства региона принять меры для того, чтобы возвести новый современный микрорайон.